Здравствуйте. Узнал с огромной печалью о том, что из этого мира ушел епископ Павел Сергеевич Абашин, добрый пастырь, настоящий христианин, человек, которого мне доводилось в жизни встречать, и который своей верой, смирением, одновременно перепоясанным, будто бы он был мечом духовным, потому что бился он за правду, бился абсолютно мирными гражданскими способами, абсолютно легальными и законными, с абсолютным беззаконием, произволом и, на мой взгляд, просто бесовским сопротивлением того, что люди называют духовным спасением и духовным ростом. И бился он и за церковь в Орле, которую не разрешали построить, и за просто право людей, христиан, верить по Евангелию и жить согласно Евангелию. И доказал своей жизнью истинность слов апостола, что мы не ищем города на земле, но вечно стяжаем града небесного, что Церковь Божия, она не в бревнах, она в ребрах. В ребрах этого человека, который ушел на небо и, безусловно, на мой взгляд, всей своей жизнью христианской и христианским подвигом будет свидетельствовать о правде Божьей и о правде человеческой. Он доказал, этот человек, пастор Павел, что тот, кто созиждет духовную крепость, духовный храм, того не одолеют никакие князья мира сего, и который подчиняется князю мира сего, главному их владыке и повелителю. И что храм духовный, небесный Иерусалим, а не город на земле, должен быть целью, и целью будет. И пусть нету конкретного по-прежнему дома в Орле, которое им такими усилиями власти лживо пыталось не позволить построить Дома Божьего, зато есть Дом Божий в молитве, в памяти и в духе. Поэтому, скорбя о смерти и уходе такого замечательного и светлого человека, мы вместе с тем, будучи людьми духовными, понимаем, что в воинстве Христовом прибавилось достойного, храброго и, уверен, прославленного перед престолом Божьим христианина, который, может быть, и за нас замолвит слово в день, когда все души придут на суд Божий.